Соревнования традиционные, они всегда собирают огромное количество зрителей, в том числе приезжих гостей. Побывали на спортивном празднике и участники прошедшего форума дружбы Ненецкий автономный округ «Ворота в Арктику». Этот форум в Нарьян-Маре состоялся не случайно. Наш регион полностью вошел в состав арктической зоны. Одним из важнейших направлений развития этой территории – туризм. Эта отрасль государством сегодня определена как одно из приоритетных направлений экономики всей страны. Стратегический ресурс становится социально значимым. А потому есть много вопросов и идей, которые нужно обсудить. Звездный час, которым грех не воспользоваться. Именно так развитие туризма в Ненецком округе называют абсолютно все делегаты форума. Сейчас, когда к Арктике прикованы взгляды не только россиян, но и иностранцев, арктический туризм – это локомотив всей экономики России. Нужно только грамотно его подать. У Ненецкого автономного округа и у российской Арктики прекрасные для этого возможности. Не нужно создавать дополнительный бренд. Сама по себе Арктика и буквально одна фотография со снежными просторами и чумом на горизонте уже хочется приехать посмотреть. А посмотреть действительно есть на что. Горячий источник Пымвашор, каменный город, Сульские водопады, экстремальные сплавы по реке Белой, Пустозерское городище. Да и сам по себе Нарьян-Мар уже достопримечательность. От Москвы и Петербурга 2 часа лету, развитая инфраструктура и, конечно, особая атмосфера маленького арктического города. Это своя красота. Пустыня, чем, казалось бы, она может быть красива и лучше, чем, скажем, Париж или Лондон, тот же самый Тауэр и так далее. Лучше. Но это часть дома, в котором живет человек, это часть земли. И мы вот знакомим человека с этими местами, говорим, вот это твой дом, а не тот маленький, который ограничен границами государства. Начинать нужно с детского и подросткового туризма. Впрочем, Ненецкий округ в этом направлении работает уже давно. Всем знакомы ежегодные турслеты «Статус» и «Салют», военно-патриотическая игра «Зорница», летние экспедиции в Пустозерск и Каменный город. Все это помогает воспитать в подрастающем поколении любовь к своему дому, своей стране. Важно, чтобы молодежь не замыкалась только в своем уголке и имела возможность ездить в разные регионы своей страны, видеть красоты, сталкиваться и узнавать культуру, традиции. В этом случае юным гражданам, с одной стороны, они почувствуют, что им есть что потерять, а с другой стороны, есть на что опереться. Им будет приятно созидать, строить, помогать другим людям. Кроме того, детский туризм – часть образовательного процесса. Именно поэтому каждая семья России должна посетить все уголки нашей страны. От Владивостока до Заполярья. Такую задачу ставит государство. Российский север в целом, да, и это, ну, это неотъемлемая часть нашей страны. Там и северная страна. Мы находимся в северном полушарии, на самом севере северного полушария. Поэтому, безусловно, это сейчас в моде. Это в тренде, что называется, да, путешествие в арктическую зону. Мы видим, как это активно развивается на Аляске, в Америке. Но тем более это должно быть у нас. Начало положено. В Ненецком округе достаточно интересных предложений по охоте, рыбалке, посещению природных памятников. Есть все необходимое для комфортного проживания. Нужно только оформить все это в окончательный турпродукт с транспортной составляющей и размещением. Но это уже дело профессионалов. По тем отзывам, которые идут сегодня от коллег, которые вчера были, поверьте, нам есть что показать, нам есть что продавать, наверное, не очень правильное слово, хотя оно тоже имеет быть место. И это должны делать профессионалы. Вот когда мы говорим о частном государственном партнерстве, имеется в виду прежде всего что? Государство должно создать инфраструктуру туризма. А уже профессионал на рынке, туроператор, должен создать конечный продукт, который будет предоставлен потребителю. Успешное развитие внутреннего туризма в России – это реальность, которая в ближайшие годы должна стать локомотивом всей экономики страны. Цели и задачи для развития турсферы в нашем регионе участники форума отразили в резолюции. И все в один голос заявили, Ненецкий округ может стать центром арктического туризма.